Да. Ничего себе. Опять я без маны, короче. Хилит нахуй. Один третьего воткни. Хуй там хилить. Джагой света бьешь, код есть. И все, заебись будет. Так, все, что там, Диз? Сколько там? 6 человек, хуйня. Почему 6? Алло. Алло. Тут кража. Ага. Вот, ты в Колике или в ДЦ сейчас? Я сейчас в ДЦшке. Ну, Холик, у меня второго спека нет. А-а-а. Ну, ты шаришь, как играть, да? Ты, короче, смотри, ты не очкуй, все захиливается. Просто. Сейчас я миликам объясню. Вот мобы есть, которые рыгают огнем. Вы просто от них отбегаете, и ДЦ тогда не обосрется. Все, погнали. Все вроде есть, да, горный не банул. Пристабав, дай прист. А у кого есть это как? Что купить реги? Вчера... Да, на джис. Живой, у тебя джис есть. Где? Нет, не делал. Нет, ты чё, это ДК? Да, выкупайте перед рейдом. Берёте в рейд, купите по дороге. Ты хочешь сказать, у тебя на присте нету ёбаных регов? Мак доёбывался, сидит, блин. Чё он делает? А, почему нет, что-то этот рекаунт завис, надо его вынуть сейчас. Нормально будет миликом, потому что баф я даю не на силу атаки, и на хосту вообще будет забить. Так, ну давай, это самое, пока шкаф стоит, я портанусь, куплю реги присту в Далране. Где там есть продавец? Что тебе скажу? Там, короче, как бежать в аметистовую цитадель. Ну, вот, перед лестницей, слева магазинчик. Там шкаф, все. Шкаф исчез, если еще бейте. Да я поставлю босса шкаф. Ага. Так, что там, блять, как рек называется, чтобы мне точно при... Свеча благочестия. Ставьте шкаф. Сколько у тебя слотов в сумке свободных, Крис? Сколько? Прием, прием. Сколько у него слотов? Священная свеча, блядь. А, вот она. Ретрик, если у тебя чутье на ниже не включено, самое время включить. Он без диса. Да изи, блядь, все будет здесь. И все-таки релогнусь.
дорогу-то помнишь? Угу. Там вроде не затеяли вот так. Мороуз там где-то налево. Да-да-да. За этот рейд ЕП не будет давать. Че там сагрили? Миллион мобов, что ли? Ну чё, блин? Бегите быстрее, вы здесь возле входа зайдете, сразу войско дают. Все равно огромный драйв. Угу, набираю, вообще в кусту вниз улетел. Тебе скрин сделать? А я вижу, что тебя зафиляли, и ты вниз улетел. Как помрешь? Подбежали все ко входу к инсту. Обратно. Быстрее за черепом идем. Мобы сейчас он сдохнет, он появится. Сразу покидаешь тело и заходишь в инст. В череп встали сюда. О, бля, пизда нам. Кольцо, да, молодец. Заходи, сразу танчить будешь. Все, нахуй подохли все, блядь. А почему так сагрилось много, я не понимаю, блядь. Ёбаный рот, блядь. Не надо так много агрить, блядь. Кто-то там вперед совался или чё? Без понятия. Прибежали и побежали на хилах. Он с гильдии. Ливанул среда. Сука, у него ПЦС был 4600. Рыбу поставь, вар. Сейчас доберем, еще одного поставлю, когда все придут. Хорошо. Че, Рогу череду дал, получается, да, Моса? Так он по всем близлежащим целям пробеет. Аркан, маг, 226. Да сука, не крутись, чат, когда не надо, блять, аж бесит нахуй, на человека не могу нажать. Шамана, да? Шамана надо взять, Гера нужно. Да похую на шамана вообще. Этого шамана буду искать полгода, блять. Давайте шкаф. Тыкаю, короче, чтобы взять в пати нахуй, он чат начинает флудить, пидоры, по три сообщения, блять. Как у меня с них горит, блять. Напиши. Ты скроллом останавливай и все. Скроллом. Так я остановил, блядь. Три раза прокрутилось мимо моей мышки, блядь. Давай мага посмотрим второго. А что он ролл? А? Ты там нролл. Какие нроллы? Здорово. Нахуй нам анроллы, мы без анроллов ходим, мы нормальные пацаны. Хорошо. С анроллами только пидоры ходят. Так, смотрим. Устойчивость, нахуй, сразу, блядь. В трине. Дальше. На норм. Тапки устойчивость, нахуй. У меня такие же на ноги. Пояс устойчивость, блядь. Сука, вид 109. Т9, три штуки. Получается, ладно. Видишь, остальное ПВЕ. Можно оставить нарч норм. Оставай, ставим. Ну все, ебаш. Погиб пояс. Ебашь ты, гусей. Тяни и отводи сюда, чтоб там, блядь, никакая череда не давалась, блядь. Рога, надеюсь, на пул дает, там посмотри, значок этот есть.
То ли мы как в ППГере, да, блядь, кайтили там мобов ледяными этими оковами, блядь. То ли здесь что-то обсираемся. Фир, вот видишь, может загнать куда-то там. Вроде норм. Это большая пачка, пиздец. Большая. Отходите от нее там осторожно, блядь. Нормальная пачка, что надо. Просто загреб. ХП позволяет уже. Да, что-то много у меня. Нихуя себе. Интеллект, крит, хаста, смотри, неплохая, да, пня? Мага лока там. Опять не то. Так, ну мана фул, хуярь сразу агрить, блять, хули время терять. Просто пизды ему даем, блять, пидору там. Просто по жопе ему, блядь. По жопе, да? А что? Ебать, что происходит? Коня, коня ставьте. Или чё? Не таунтится конь, ёбаный в рот. Автоатака его сорвал, что там. На коне вообще огонь не показывает. В омене никого не. Ну да, конь не показывает, да. В общем. Чё, коня же надо захуярить, да? А на срыве кто-то должна. Чё вар на сосну? У меня ключ. Воров. Он решил за шаманом пойти. Там с гильдии был. Минет может. Ладно, пойдем. Трюно трешки. Придет, доберем туда. Чип пока не твара. Ну, блять, в кару эту хотел, да. Может, он писал что? Вроде не писал. Просто вылетел, может, кто знает. Он даже в Дисе был.
смотрите, вот этот гость, смотри, их там миллион, не подходите пока, милики, сейчас они рыгать будут. Вот кот подошел, сдох сразу, да. Лок тоже там стоит, да? Прист сдох, и сейчас танк сдох. Зачем вы подходите? Да, все еще не прибежали, я начинаю гром бирать, вы стоите в куче, ебошите уже. Ну, ебошьте дальше. Ты их там как привел? Тут что-то пачка большая. Они приводят, встают, как только начинают кастовать. Я жму как поток волшебный, бью им. После потока гнев небес. Поток сала разбивает? Конечно, он касты бьет. Давай немоту на 2 секунды. Прерывает на 3 секунды. То есть 3 секунды задержка до следующего. Армс 236, пошли. Армс? Армс. Для пуш. Космических рейнджеров переиграл чувачок. Сейчас суманем, а там ПВП, блядь. Четвертая ката, скорб, можно дальше не смотреть нормально. Стойте тут, нахуй, не надо в трэш забегать, а то вы сдохнете сразу. Бегу. Ой-ой-ой, блядь. Теперь их там миллион, да? Туда идите к пачке, на этого забейте хуй. Главное, в огне не стойте в этом. А чё он его бьет одного? А, ну ладно, пускай бьет. Во. ДЦ даже по мане не садится. Ты вот эту молитву слышишь, да, ДЦшник? Обновление хуярь. Эта молитва прыгает, когда урон проходит. Вот сейчас будет получать урон танк. Обновление ебани на людей. Холиприз бы тут лучше зашел. Щитки навеши. Раньше танка не заходите в этих мобов там. Блять, учить людей как трэш проходить, это же вообще пиздец. Вроде сами должны понимать. Ну, наши тоже в первый раз вообще. Ну да. Ладно. Короче, поняли, да? Смотрите на мобов. Они рыгают там, да, что-то ядом клюют, что-то за хуйня. Давай диспель. С подвала кто-то паука сарит. Да похуй. Хуярьте его тогда.
За этот диспель эту хуйню всю с рейда. Блять, тебя не урони. Ну кинь ты обновление на стену. Что ты стоишь, Прист? Так не делается. Я цель... кидал. Так, блять. Связующее исцеление хилит цель, которую ты хилишь, и тебя хилит. Я знаю. Так а что ты стоишь? Не стой просто так, кастуй. У тебя фулмана была. Посмотрим. Быстрое, выкинь нахуй с панели. Используешь связующее. Оно точно столько же маны тратит, только хилит две цели. Себя никогда не уронишь, вот ты сейчас сдох. Зачем? Дохлый хил не хилит. Ты должен быть живой. Начинайте действовать правильно. И они тут еще танцуют, стоят, я смотрю на них. Вот ты сагрил трэш, а у него маны нет. Нихуя. Ну, пусть зальет ему дроид маны. Ход, пусть ген на ману прочитает. Ход залей озарение близко. Всем привет. Кто это? Это Варли. Ага, хорошо. Так, что там на маге болезни? Вот кастани сейчас связующие. Что ты кастуешь, я вот не вижу. Я... Если ты связующий кастуешь, ты себя хилишь и цель. Вместо быстрого его надо использовать. Быстрое вообще не надо использовать. Или там какой-то прок что ли на него идет. Ну короче, когда ты проседаешь, не хилят быстро. Надо две цели сразу хилить, это намного лучше. Я думал, намного лучше это все будет. Народу мало, музыка не очень. Вторая бисовая шея. Нам налево сейчас, на Мороза. Он где столы с хапчем. С огня вышли. Огонь когда появляется, выходите. Обновление вешай на него, чтобы висело, видишь, нахуй по дефолту. Мы что, на Мороза не идем? Идем. Лимон, пошли на Мороза. Чё ты пошли. Ой, пачка сбежала. В черном храме же есть босс, копье, которое кидает, по-моему, какой-то там Найт Джентус, вот он как нага выглядит тоже. Ты обновление-то вешай на хила, чтоб хил прошел, проходил.
зеленая рука такая. Не вижу почему-то, что она не висит. Сразу открыл. Вспомогательно. Смотри ману, сразу садись пить. Лимон, смотри, тоже за маной кристалл, он садится жестко. Ресет получается, что реет, и класс. И только один дрейф. Сейчас этих убьете, не агрите больше. А то без маны подохнешь просто. Ты 80 штрудели у мага взял, давай ешь. Приз. Бой кончился, сразу сел. Упал на жопу и ешь. Приз. Да вон еще один. А, бой. Захуять его. Все, садись. Сядь за стул, сядь за стул, за стол. Давайте похавайте, что там перед боем. Ешь как человек, блядь. Ешь как по-человечески. Весь. Что-то маны ты мало резнул. Ты ему так маны мало даешь резнуть. Перед боссом дай на хул хотя бы. На трэш хватит. Музычка заиграл. Призрачный шеф-повар, мне кажется. Смотри, не поясни. Крестик поставил, он далеко стоит, он что-то рубит уже. Все, жрите. Присядьте, похавайте, вот только с бананов ноги убери, кто там будет. Вот так оно. Ты как бы смотри, вот юзай скиллы, чтобы захиливался рейд. Ну, если пати просела, да, если у тебя танк на фул захилен, там, ты кинул в него эту прыгалку. Обновление висит, щиток кинул. И захиливаешь молитву исцеления. Но это если 5 человек просило, на 5 человек захиливает сразу. Обновление на людей тоже не обламывайся кидать. Дамаг проходит. Ты кинул и забыл, мечтай захилиться. Если отойдут служат, там с огня. Все, пуля этого пидора. Трэш начал вроде, да? Где трэш? Какой трэш? Вон. Леди там хуеди. Так и всех, а, всех кучу держать. Не, это просто квадрат хуярим и все. Просто ломаем ему ебало. Гольщик, не сдохни. Блять, уйди куда-нибудь. Отойди куда-то. Вот нахуй ты всех сагрил. Чем он там бил, блядь? Что так сагрил? Не дали агрона. Я стан постоянно летит. Мол, правосудие, наверное, на 4 секунды. Он же... А, он же без диса, да. Конечно. Крас надо. Ну, блядь, трэш. А он не бьет, и я в стане стою по 4 секунды. Исчез просто хуярить этих мобов.
появился, добивает. Смотри, только не сагри там при стрессе. Босс сказал, как-то неловко вышло. Угу. О, чарка есть. Или мангус продавать. У меня уже есть такая. Значит, на ступеньках, чтобы здесь не было ступеньками смерти, эта хуйня, надо просто от мобов огненных отойти. Не ломитесь туда, видите, они рыгают. Вот, блядь, сбоку прилетели, рыбанут по голове. Там локовского петра. Блядь, зачем еще туда ты бежишь? Зачем ты еще мобу фагришь? Он же тебя не захилит сейчас. Пиздец. Если видите, хп мало, моза, отходите. Моз, отходи. Уйди куда-то, блядь. Развязная горничная. Если не успели. Тут, по-моему, надо сюда сходить, да? Там это девочка. Тише, не заходите. Сейчас убьют вас. Не подходите туда.
скилла захуярили. Беги, хил, пока войско. Пока войско, хуярьте быстрее. Жесткий трэп, но еще жестче. Вол. Тут дева или кто вот тут вот направо надо сходить? Курица это где шарики летали в двери, помнишь? Туда вот надо пройти, не? Сюда, по-моему, надо сходить сначала. Вот сюда нужно пройти. А туда нужно? Там опера, здесь дева. Ну да. Здесь дева, а там кто? Опера. Опера. Вот. А куда мы сначала идем? Пошли до оперу, потом к деве. Так потом нам просто возвращаться придется, или можем просто ее пропустить. Пойдем, хули. Опера там поют, да, наверное? И танцуют. Идем как я. Ползем как я, блядь. Вот тут лог. Сейчас, если ты пета не уберешь, то пиздец. Да я уже убрал, я знаю. Хоть один знающий человек есть. Ой, в какую-то дырку упал, испугался. Страшно тут, тараканы ползают, крысы, блядь. Аж на не притягиваются притяжки, прикинь, крысы, нихуя себе. Притяжкой не смог притягиваться. Ну вот, вот этих дураков надо бить. Там лучи такие будут, белые. Ой, блядь. Или смог. Из белых лучей надо будет отойти. Если они будут, конечно. Ну если, видал огонь какой. Вот, с луча надо отходить. Не надо в нем стоять. Что за квест сейчас Виклик? Оно Брыган или кто? Выложено в прошлой неделе. А, Лоскут вообще нормально. Ну-ка, что будет если в этом луче стоять? Чё-то нихуя нет. Включайте звук. Чё включать? Включайте звук. Звук? Ну, игровой. Ctrl-S. История любви. Кровь и бетон. Счастливый конец. Порой любовь разит, подобно
что я вам рассказываю. Вы сами увидите, какая трагедия ждет возлюбленных, чьи пути пересеклись по воле звезд. Итак, смотрите! Гаси ты курицу, здорово. Мы карие бычки. Ты кашкой пошел, да? Собирали каких-то вещей, короче. Это. Получат на Брау. Там, короче, шаман хил. И он в PvP шмоте, короче. 230. Опа, не понял, что RS10 ER и 25 ER сделали? Да. Ссылка по нерфили. Не знаю, что там баф делать, может это ХП урезали босс. Если ХП урезали босс. Огонь, босса... ебать огонь. Пошлите в RS10 ER, сука, это круто. А в RS10 нужен этот заломан, блядь. Мы не убьем его. Мало того, что заломан нужен, мы не убьем просто. У нас еще ДПС, скорее всего, не хватит. Там нужны такие хилы, как ты, три штуки. Топовые. Да, три. Два в сумках, один в реал. Причем, причем определенные нужны. Холи Пристер, Шам и Холи Пал. Вроде одновременно надо слить. Ну одновременно это понятно, они. А. Тут Ромео вот жилеты. Бейте Ромку. Ромку бейте, у него брони больше. Жулиан вздохнет криво. Рома, бейте. Опере? В Джули переключили. Джулиан. Не летали. Нам надо заломан. Дайте Рому. В Рому переключайтесь. В Рому. В Руми. В Руми, да. Ну, отлично. Да, разница меньше в одну, чем в одну секунду упали. Красота. Давайте лут, блядь, где лут, нет? О, флакон. Дорога, опять этот сраный флакон. Да, не лут. А тут нормальные потолки, я прыгаю, не задеваюсь даже. В этом банкахете прыгал, короче, там гребнем тормозился, короче, чиркал, прикинь. Гребнем. Ага. Гребешком. 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 Пропету не забудь. Алло, впереди планеты все бежит. Ой, бля, я чуть не сажу. В смысле? Ну, в самонем тебя убился. Я бегу такой на это налегке, думаю, все. Чуть не сагрываюсь. Прыгаю такой. А когда-то я думал, что наги это бред. Ну вот видишь, репсильвер у тебя есть. Репсильвер. Ну а чё, хуй, 2%. До танка вообще огонь. Купите. Робус умонец догоняет нас.
тут стулья в паутине. Хуя, смотри, как я сел. Давай бей. Приседает он на кресло. А я со стула прям бью, смотри. Да, колпешки ебаш. Зачем ты сагрила? Лик смерти кидаю, да. Ты пробовал забивать АДК в СП лик смерти 20 тонн, может? Что такое? Сон у меня. Обладан. Сейчас 20 секунд. Павло, ты в 10? Потому что когда соблазн кидают, дай книг небес по ним. Банит. Нет, он не в 10. Ну, дурачок какой-то, не знаю. Надо сказать. У него там что-то лагает. Слышишь, его ломан покорять, реально. Просто не вижу, побежали они, я не увидел кого-то стана там что-то такого. Сейчас честер заебет за ломаном, кстати. Чтоб за ломан покорять, нужны ровные типы всякие. ПДшники. Ну, я один раз ходил, получилось, не хватит. Пару раз походить просто, там изи тактика. Че там, отбивайтесь. Что за хрень там на весь? Что за так? Да, отбегать надо, короче. РПД ставят по кругу между колоннами. А милики бьют, но вот во внутреннем вот этом восьмиугольнике не стоят. Понял? Они стоят вот во внешнем круге, желтеньком. В центр никто не заходит, кроме танка. Остальные по этим самым, ну, рассасываются по кругу. Там, короче, то ли близко друг другу не застоят, то ли чё, блядь. Вот вам нельзя стоять вот там, где я с ним. Стоить по кругу. Ага. Вот где лекуш. И остальные полукругом за боссом бьют. Им круга. Вместе нельзя стоять. Вот ну да, раньше небольшой, 8 метров. Уйди отсюда. Они пап. Все в одной точке стоят. Они так сдохнут сейчас. Вот кот. Вот кот, рога, да. Давайте я подведу ее чуть-чуть. Чтобы вы били вот так вот. Либо бейте из этого. С круга. Карпал сдохнет. Видишь, стоит в центре со мной. Он может отойти, у него все атаки будут без. Пускай бьет, пока ДПС дает. Я выжгу вашу нечестивость. Ваша нечестивость. Ну, он рога сейчас отвалится. Минус рога. И главное. Я уже. И главное, я убегают, уже... никуда, ничего не делают. Я уже не буду давать возложение, я вам коту дал. Роги второго нет. Один это не знаю, как живет, блядь. Чай дебаф, когда в круге стоит, накидает дебаф. Видишь, лужа такая, блядь. Вот священная огонь. Будет фрозен. Вот я дебаф, священный огонь. Бежать куда-то за кого-то, кстати, и не сдохнуть. Вот куда тебе бежать. Тогда тебя хотя бы бафать не надо второй раз. По один. А ты видишь как? Шейка на танк, смотри. О, вот это да. Неплохая, кстати. Все защита, держим. Красный слот, уклонение, мастерство. Длинный декасик. Пацаны, а можно, если что, я тоже шею срою? Ну, ролить кому нужно. Если вам нужно, вы ролите на танк, как ему жмите, мне это нужно. Ну, это все. Что там, вроде все просто. Как раз не хватало, а то мне ПТСР поставить. Я, например, на ДД роллю, поэтому Т4 я буду на ретрик роллить, я на танка лут отказываюсь или пылю его. В принципе, можно понять уже потому, что человек жмет. Выпал первый лут, нажал он нужен, значит он роллит там, на определенный спектр. Защита 523, уже скоро танковать смогу. Прям понты остается. Ты что сейчас погибель, чешо? Угу. Че там? По
попробовать заново. Каста. Лапа. Лапы нету, есть лапа. Инту дайте ему лапу. 300 баф. Вроде. Вызывайте, что вы стоите? Сейчас вызову. Вызову. Использовал урну. Так, там этих самых трепета нет у нас. А, прист. Кидай на меня тогда антифир. Вот. Алло. Как откатится антифир, кидай еще раз. Прям по КД можешь кидать. Читуйся. Стойте кучно, не надо разбегаться. Макро оббежал. Поплатился. Мос бернишь много. Не глухо. Давай. Опять бахнем сразу. Крестим ту лапу просто бахнем. Если видите, что я бегу на вас, скоро дыхание, не успеваю развернуть, то сами отходите от дыхания. Потому что бывает, что я пару раз не развернул, там было дело. Ставим звезду, хилимся, идем скелетик. От этой лавы не уходим, уходим только в том случае, если под нами есть лужа, чтобы не гореть снизу еще. Ах, щит ман, нажми, прожми сапфир там. Что за урон? Читаем. От огня, да? У тебя есть эта защита от магии, агентил такой. Если у тебя символ стоит, усиленный, потому что вообще на посеве косовать, не тебе ману будет. Не знаю, второй мах тут. Второй мах может нажимать. И защита от магии огня. Это лив не хуяришь по себе, это защит маны, ждешь сапфир, и еще и есть шанс восстановить себе маны. Ну, отразить заклинание. После смотрителя перекур там будет на 5.
стоять нельзя вот в эту лужу, которая справа от стены. На отлётке. Смотри, что таунт был. И мне притяжку тыкнул. Прикинь, так холеонно притянуть, да? Там 23%. Уууууууууууууууу. Там бывало такое. Не знаю, чем тебе дай притянул. Танки рядом с ЛПшкой, тяжко. Хорош. Смотри, какая на танк опять. Ну, щит на хила, может все тут сам. Он нам щит сменит. Смотри, какой дракон прикольный. Да, там он еще дышит синим пламенем. Еще такой же щит, он в виде черепа и красным дышит. Еще шаман зайдет, тебе щиточек. Какой шаман у нас? Нет шамана. А был шаман. Нет. А он ливанул. Ё-моё. Не знаю, кому там еще хули палку. Повыше возьмется и хулика делает. Нет, красным все-таки дышит. Ляк, уж тебе надо этот грудак. Ну да, у меня на танке хуже. Бля, ёбаный в рот. Херня еще выйдет. Купи себе этот самый за пустоту на ДК 50. Надо эту пустоту еще найти где-то. Была у меня вроде одна. Так, а че у меня там все равно? У меня Т-10 будет. А Т-10 откуда падает? Ниоткуда. За ОД покупается. Нет, ой, Т4 путаю постоянно. Т4. Ну вот каражан, перчи и башка. С груля, с короля плечи, а с груля самого штаны и с мактеридона грудак. А в каражане с каких боссов? Вот смотритель, там перчи. И последний. Чудо, да? Понятно. Ну, надо читать бонус. Вот сейчас будет метка на человека, на какого-то. Вот, на Лока кинулась. Лок, отойди от нас. Уйди, уйди, уйди назад. Уйди. Ну, постой там. Сам просто шотнул. Надо было похилить его. О, на мне. Ну, короче, у нее она походу работает. Ответный удар. Чем две. Нет. Она просто бьет сначала мало, там по 1000, по 2, потом по 4, потом по 8, потом 12. Вот, и надо захиливать просто человека, вот и все. Перегрузка. Поражающий соседние дружественные цели. Ну просто она сначала также по соседним будет бить, как вспышка мага. Также будет бить один косарь, два, три, четыре. Чародейский взрыв, типа того. Она усиливается, типа.
Нет. О, смотри, я между ног прохожу просто, блин, проскальзываю. Двое застрял, блин. За что это я зацепился, интересно? Дал сало в каст, еще стан дал, ебать. Перегрузка топов в рейде. Распыляем. Только две пачки не сагрят, у жопа будет. Он бежит уже на хила или на кого-то через стенку. А, ну-ка, что там с репой метистого ока? Хотя у него кольца есть. А, ну одно 32. Ну, фул уже должно быть. Это я второй раз покажу. А, ты ДКшки. Да, три раза на фул фармить. Уважение сейчас. Сюда заходим. Надо снять там в проходе. Вон, три пачки еще. Друг другу эти мобы будут. Ну, я могу второму бан дать. Изгнание. А так попробуем. Во, нормально. Кинул сало ему. Контов у нас нет, так что под босса в одну точку встаем. Сфера появляется сразу из зерга. АОЕшки. Зерга в после или до? После. Вот его убьем и 5 минут отдыхаем. Все, мана фул. Давай, ебашь. А это, добычу менять не будешь? Нет. Немота 36 секунд, наверное, весит. Дикая магия. Так. А он задиспылится кем-нибудь?
Ну-ка, Лимон, попробуй с мага сдиспелить. Не могу. Когда живем? У меня даже нет ничего для диспела. Так. Ну давай хилься. Кто там? Похильте кто-то его, гольщик. Сейчас кто-то спот похильте. Так, ну давайте через печку цвета. Че за ним? Хил, говори, когда не мат, я буду переключать печать тогда. Ну, на ты пока нет. Ну, она вообще взялась сейчас. Он вешает карту. А случайно учает. Вроде так написано. Путеводитель. Лифси, что там надо делать, не помню. А, он Симану резает. Лишнюю сотку. 10% заказ. Хорошо, что вы смотрите, или нет символа, как у мага. Да-да-да. Тоже об этом подумал. Долг 50% хп, да? Как на БГ, это вроде добит, уже стоишь 3 секунды. Оп-оп-оп-оп. Т4, а, давай, нет. Падай. Давай, Т4, ну, сейчас, да, падай. Нахила давай на ДЦ. Опа, перчатки. Это нужно. О, посох, никому не нужен. Один разгонник шаман. Хороший конкурент. Посох кому-то нужен? Ну, отличный посох, кстати, для демона, кресту или кому-то. О, я выиграл. Скорость у нас. Ты ДЦ? А, ну, это жмот, или ты на ШП сервалишь? У меня этот, три инки на ШП есть, вот, и второй спек собираю. Прыгивайте вниз сюда. Давайте почистим. Поберите. Я отдохну. Закупки. Блин, Рога выиграл перчатки. 93. Может, я башку выиграл? Так, а чё у Роги надо? Чё у Роги по четвёртой? Чё за урон? Где вообще, короче, ни хера нету. До четвёртого. Не бейте в отражение. Сотни тут. Искру сливайте. У тебя Т-10 есть или Т-9, Рога? Нет, это первый Т-4 у тебя, да? А, перча, понятно. Ну что, ты их распаковал? Покажи, что там, что за комплект. Перчатки пинка. Так, а что у тебя за три? Ты, наверное, три тоже падал, да? Смотреть, да, тоже флакон. Ну смотри, оно с Т4 неплохо, этот флакон будет работать. Тупо ядовитый чел получается.
Смотри, тупо ядовитый челик, блядь. Сила атаки, магия природы. Да, токсичный челик. 1000 урона от магии природы, еще есть Т4. Два предмета, это череда. Угу. Мария, у тебя веер клинков. Два предмета, если ты комбат будешь играть. Смотри, у тебя способность урона следующее применение. Веер клинков 19. Излияние и веер клинков ПКД с накулом. Вообще огонь. 19% урона. По трэшу, допустим, трэш бить в целка, в РС тоже хорошо трэш бить, там роги бьют. Да, ну пулом, там роги, фотхан. И вырываешься с этой херней через Т4, вообще норм. Хорошие бонусы, боевой такой набор. Палы видел буря. Там же вообще кошмар, что можно творить. Будет если... топово, если Т4 голова упадет для приста. Будет бонус. Прикинь. Трехкратном уроне. Сильный три раз божественный будет. А если через хосты собрать реток, через инжу, вообще огонь будет. Не знаю, есть рапалы, которые 4-4 собрали. Как там второй бонус работает с карателем? Тоже вроде на хаст заточен, да? Ваша скорость на 6% до максимального значения в 30. Надо и так пробовать, посмотреть, как выйдет получше. Голышек, а ты в Дисе? Я здесь. Вот, ну что ты притих там? Алло. Чё? Хуярит. Только не пачки эти нягри, миллион пачек. Помрём же.
Надо диспелить это говно. Вот магию возвращает. Да. Диспелить это говно. Оно увеличивает урон от тайной магии. Он кастует трехетную магию. Петрик давит, а то самое. Хильди танка. Куда они дамажат? Это что? Они от короче, заклинания отражаются. Мне трудно. Но он не кастует по себе отражение заклинания. Смотри внимательно. Сбивайте, диспальте это говно. Пристав, массовый рассеивание кидать. Стоит хилбот, почему ты хилишь? Ой, дом три. У меня вот стоит, это, да? Как вот? Какой? Вахту вот это. Воду? Да, воду вот. Он показывает же цветом, да, если квадратики окрашиваются какой-то, если у них какая-то херня там. Дебаф, магия, например. Я прав? У меня это ледяные эти заклинания только показываются. А, то есть не настроил себе? Да нет, не должен. Смотри, надо настраивать, потому что ЦЦ обычно там чуму диспелит, но он болеет, там все хрень. Ну, на змей. На большого у меня греха. Ага, спасибо. Еще один идет. Прихрестный. Возвращение возврат 10, 9, 8. Поэтому лучше, как я делаю, когда такие косты намного. Этот самый дождь можно кастануть, потому что они отражают только направленные заклинания. Мага разжигать столб. Толбы огня хорошо дамажат, они не направлены на заклинание. Луков огонь. Присты, не знаю, чудище пусть скажет. Шупешки. %14. Да, имеру мы можем. Завтра еще пойдем, еще диапро в огонь. Да, магом сходил бы, все. Ой, как раз потанчу. Фарм-то? Да. Было неплохо, что вышло. Надо же круче сакра я убился, конечно, с этим Т4, по-моему, жутко. Владимир просто курит. Что там получается? Копыта это осталось? Кто еще там? Вот этот конь, дракон. Дракон это шляпа, вообще изи. Тень, да. Вот на нем там не двигаться надо. Это... Да, вот это самое сложное. В прошлый раз вайпом греет. Я вайпом. Ка тоже какой-то вайпом. Короче, сейчас этот вуркан нужно загнать. Знаешь, как надо? Надо, не знаю, там на тени. Это к выходу отбегать, и надо будет перед пулом поставить шкаф. Сколько он? 5 минут стоит? Если что, резнемся, типа, ну, отбежали. Ну да, сразу стомануть, но... Согласен. Надо СС дать будет тогда. Ну, СС кому можно? Друиду. Надо тому, у кого масрез есть. То есть кому-то сгинуть. У меня есть масрез. У тебя есть. У Мосса и у Максиса, у Зериндиэла, у Галушика, у Дракслорда. Тут у нас трое вроде не сгильдии, да? Я понял, это на тот случай, если вот этот венец он кастанет, да? И плащ не успеет, камень, ой, блядь, шкаф не успеет исчезнуть. И типа быстро резнуться и сумануть, а то бежать там просто пиздец.
А еще этот с бесом чувачок остался. С бесом захуярить он. А где он? Да, его. Вот слева. Видите, две, видишь? Ага. Библиотека. Там. Ну все, сейчас, короче, пойдем Оню закроем с Иком десятки. И если время будет, перед что там, РСК или что там, сходим Анубригана, Лоскута убьем. Никлик, заебись. Тут что говорят, Пэта, если приручить этого босса, то дамажит жестко, да? Песта? Я не знаю, не подчинить демон. Демон не может его починить, потому что он подчиняет. Сейчас попробую. До 76 уровня вроде для подчинения работает. Гомункула возьми. Дальнего. Ну вот гомункула попробуй вот этого, он не должен его подчинять. Любого как. А кто знает, а может... Ну, подчиняет, мага. Не знаю, хоть 82-й. Мага сливает это, а если он заюзает, глыба у него собьется эта штука. Ну ладно. Что, цепи собьются? Да. Ну что, ты знаешь, где крючес, вы знали, знали что? Давай, ебашим. Или сворот пет у него. О, аж отлично. Все, гаси его, гаси. И сколько бьет, сколько бьет? Вот. Я что-то пока не вижу. Под косарю. Ближе вот к порталам, ставь его. Во, он бьет по 12к. Слышишь, поставь его ближе к порталам, чтобы мильки сразу ешили. Вон они, два портала красных. Эти трэш надо заливать. Так кто такого еще в центре? Мильки будут. Да. А кого он бьет? Ну, че, я специально не поставил. Цепи, цепи бьем. Цепи. Квадрат поставил, убили. Мильки, цепи бьем. Я вообще в центр поставлю, чтобы уедет. Хорош, хорош. Да тут изичные боссы, ППГ, мне кажется, сложнее, чем эти боссы. БК сложнее, чем боссы в горожане. Только один сложный босс в обычном, это вот этот свинцовый флот. Все остальное так. Который свинцом, да, пламя? Да, да, да. Там даже реально не могу объяснить, почему бегаешь. Просто хочется иногда подвигаться, блядь, не стоять персом. Я макрос пока даю. Прыгнуть, например, хочется иногда, и тут так. Орелок. 8,5 дает с этим. Сейчас посмотрим, сколько пет дает. 404 тысячи уже. Пол ляма пет набьет, даже больше. Это не здесь. Я знаю. Чё-то... Проверка пошла. Цепь бейте. Прием. Это в цепях. Видите, показано зелененьких. Колечко. Аэродром. Плащ для приста. Плащ, да. Эрдур приста. Фоли приста. Боже мой. Ну прикольно через ARRL. Хоть не надо прописывать каждый раз ARR. Я так свой первый CLK ролил. На X-Admin. Там кто-нибудь упал, такой пишешь, блядь. Вообще пиздец, он 4 часа рейд был. Короче, охренеть. Рекорд тоже любитель ворваться второй. У кота по тренингу. Знак. Ага. Неплохо.
чтобы чешку сразу. Че, шкаф ставить здесь где-то? Вот тут хер ходит. Давай шкаф туда. Так, на кого это? Надо шкаф. Сейчас. Понял. Да. Вот дверь же откроется. Так, что, давайте на меня, наверное, СС, потому что я, если что, отбежать смогу отсюда. У меня есть ревность. На кого СС еще раз на скажи? На меня давай. Звезда. Подходим. Все, вижу. Все, погнали. А, ебаш. Не бейте, пока дайте поставить. Сука, а? Косты просто сбивать надо, чтобы он ходил. О! Им за венцом. Че, здесь на взрыве отбегать, венец. Хорош. Фух. Взрыв входим. Даю сад. Страновато, блядь, поспешу. Остался в этот на секунду, нормально. Подай этот мост для цешки. О, правильно. Венец пламени. Мощь тайной магии. Вот так вот. Супер. Тапки тоже хороши. Нахила. Нахера ты нахила нападла вообще. Была бы тринька, было бы лучше. Да-да. Ну, маги тоже могут на дух одеться, пока-то десятков нету, и нормально с капкаркой зайдет. А вы после этого ВК, да? Понял. Чё? Куда?